Какие у вас ощущения и ожидания от предстоящей поездки? Ощущения только хорошие, позитивные. Ожидания, думаю, получу колоссальный опыт. Никогда не участвовал в турнире такого ранга. Думаю, будет все позитивно. Хочу попробовать свои силы. Когда впервые поняли, что можете попасть в состав сборной России? Это, по-моему, было в полуфинальной игре, до полуфинальной игры на КФЛ, вернее. Тренер подошел, сказал, что тренера присматриваются, проявляет интерес, сказал, надо добавить, все в твоих руках. На сборах успели наиграть связи, там, знакомства, друзей? Да. Наиграли составы, обкатали шестерки. В принципе, все успели, встретили замечательно, познакомились с многими, там, почти со всеми. Положительная, дружелюбная обстановка. Какие цели вы преследуете, да, в поездке? Личные, командные? Цели одни – стать чемпионами мира. Я думаю, у всех такие. Личных целей нет, как таковых. Есть только командные. Надо завоевывать трофей. Едем только за победу. Спасибо. Всего доброго.